добрейшего всем времени суток. Запускаю креветочник 10-литровый. Когда-то это был детский аквариум с замком. Теперь решил сделать креветочник, потому что мне некуда анубиса на аппетит девать. Сначала они были в 15-литровом аквариуме, но там света много для них. Вот я решил сделать креветочник. Тем более мхи у меня есть. Как раз вот мхи я привязываю на керамические кольца, чтобы их разместить в аквариуме. Использовать буду мох яванский, мох рождественский и мох феникс. То есть три вида мхов, четыре колечка решил привязать. Привязываю капроновой ниткой, можно привязывать леской. Хлопчатобумажной ниткой нельзя, потому что она просто сгниет в аквариуме. Поэтому я использую нитку капроновую. Кстати, этот мох у меня рос уже не в аквариуме, просто вот в пластиковых стаканах, в таком полупогруженном состоянии. Я периодически воду просто доливал туда из аквариума или подмены небольшие делал. И все, питания мхам хватало, они у меня на подоконнике стояли, там, где теплички стоят, и электрический свет, то есть светодиодный присутствовал, и свет от окна, из окна, то есть нормально мхи росли. Рост, конечно, был не быстрый. Яванский нормально разросся. И крисмос так тоже неплохо. Воздушной формы. Феникс, он, так, на мой взгляд, он, наверное, вообще в воздушной форме, не знаю, растет или нет. Ну, то есть он так не очень быстро рос. Рост был, но он такой практически весь затоплен был в воде. Вместо керамических колец можно использовать и лаву, и камни какие-нибудь, которые не фонят в аквариуме. Ну, у меня вот есть кольца керамические, я их использую. К ним удобно привязывать, они тонут хорошо, то есть нормально. На эти кольца можно, кстати, и корм какой-нибудь для анцитрусов ниткой, не ниткой, а резинкой для денег прихватывать. То есть удобно в использовании в аквариумистике. То есть такие колечки не выбрасывайте, они вам, может быть, когда-нибудь и пригодятся. Креветки я еще не решил, каких буду запускать. Но это будут неокоридины. Вот сам аквариум. Грунт использую песок, обычный, речной. Кстати, ролик есть на канале, как его обрабатывать, где вообще я его набирал. Ну, на реке я его набирал просто и обрабатывал. То есть там кипятил, промывал. Использую его в этом аквариуме. Никакой подложки здесь не будет, ну, потому что тут и никаких растений посаженных в грунт нет. Все тут ароидные, анубисы и мхи, поэтому просто песок, слой нормальный, жалеть песка не стоит. Тут слой где-то от 2 до 5-6 сантиметров. Многие боятся делать хороший слой в аквариуме грунта, ну, зря. И удобно растения сажать, но здесь, правда, посадки не будет растений. И в нормальном слое грунта хорошо живут бактерии. То есть слой грунта должен быть достаточный для жизни бактерий, чтобы полезные бактерии у вас жили в этом грунте. Фон тут обычный мешок из-под мусора, просто картонка вырезано по стенке аквариума и убрано в этот мешок в черный. И все, то есть такой простейший фон. Светильник используется 6-ваттный, небольшой. То есть по размеру он как раз к этому аквариуму подходит. Но по мощности он великоват, поэтому здесь буду использовать. То есть световой день здесь будет на старте точно 4 часа. А дальше посмотрю, но не больше 6 часов. То есть пока будет 4-часовой. Буду смотреть по растениям, как будут растения расти, как обрастания будут на стеклах. То есть все будет видно. И пока с 4 часов стартую. Ссылка на светильник будет в описании под роликом. На задней стенке я размещаю анубисы, вот нанопетит. Они вставлены в присоски с держателями. Ссылка на присоски я тоже размещу. Ссылка на то, как закрепить анубис с помощью присосок. То есть ролик об этом. Ссылка на него будет в конце этого ролика. Вы там сможете посмотреть, как это все делалось. Здесь они, правда, ниткой не прихвачены, просто вставлены, потому что здесь креветки.
никакая рыба Анубиса тут не вынет из присосок, поэтому просто пучок Анубиса вставлен в присоску с держателем. Присоски нормальные, держат хорошо. Мне как-то в комментариях писали, что они задеревенеют потом, то есть задубеют, оторвутся. Ну, ничто не вечно. Когда-нибудь эти, то есть присоски свои качества, все нормальную эластичность потеряют. Но они достаточно давно у меня уже, то есть долго, ничего тут не отлетает, хорошо держат. У меня нареканий на эти присоски нет. Ссылка, кстати, будет в описании под роликом, где я покупал эти присоски. То есть можете пройти, посмотреть. Там же ссылка на светильник будет. И, кстати, ссылка будет на фильтр. Хотел я здесь размещать AirLift, но не стал, потому что аквариум небольшой, всего 10 литров. Тут еще эта губка тогда место будет занимать на грунте. То есть площадь съедать. Опять же, компрессор надо ставить. То есть не захотел я делать AirLift. Хотя у меня тут именно губка-то как раз был, ну, есть, и есть у меня сам компрессор, ну, я этого делать не стал. То есть вот так вот Анубиса я разместил, все по задней стенке, то есть полностью закрыл. Когда был детский аквариум, он как раз вот этот был 10-литровый, по центру тут замок стоял. Сейчас я просто сделал одни Анубиса, то есть полностью стену закрыл. Ну, кольца, понятно, размещаю просто на песке, тут ничего сажать не надо, мхи нормально должны будут расти. Креветок, может быть, через пару недель после запуска запущу, может быть, через месяц, тут торопиться не буду и спешить некуда. Вода обычная, кстати, водопровод, ну и креветки будут не укоридин, а не кристаллы, поэтому вполне для них водопровод должен подойти. Воду не отстаивал, прям из-под крана, но она комнатная, просто температура была уже. Постоял, нагрелся немножко и все. Ну, здесь одни растения, им ничего не будет. Вот такой получился аквариум. Вот фильтр, рюкзачок я на него поставил. Все-таки небольшое течение пускай создает. Рыб не будет, будут одни креветки. То есть он даже больше не для фильтрации, а именно для того, чтобы такой ток воды был в этом аквариуме небольшой. Ну, пузырики, конечно, вот здесь еще. Ну, только все залил, только все запустил. Вот уже аквариум, так сказать, через несколько дней. Снял его уже так поздно вечером, когда в соседних аквариумах уже свет погас. То есть специально включил, чтобы во всей красе так посмотреть на аквариум. Правда, пока без обитателей. Стекло здесь простое, аквариум недорогой. В принципе, здесь получается такой бюджетный вариант аквариума 10-литрового. Недорогой светильник, такой же недорогой фильтр. Но масса, конечно, анубиасов на аппетит хорошая для 10 литров. Могут сказать, что да, они дорогие, но у меня их было всего несколько пучков, они вот за там какое-то количество, за пару лет так вот разрослись. А мхи, они, то есть мхи я использую недорогие, поэтому песок-то вообще бесплатный, поэтому все тут относительно недорого. Еще как, то есть креветки сколько будут стоить, а так все это приемлемо. Можно запускать такой бюджетный вариант. Можно использовать для письменного стола, где-нибудь даже на работе. В общем, такой простой вариант. Главное, чтобы прямые солнечные лучи сюда не попадали, потому что света и так много. У меня будет свет от окна попадать, но там не прямые солнечные лучи, и где-то я буду притенять. Обзоры буду на этот аквариум делать, то есть с креветками вы его увидите. Ну и будете видеть, этот аквариум надолго запущен, тут никаких подмен воды не будет больших, потому что грунт вообще пустой, и так органики мало. Может быть, буду удобрения со временем добавлять, самомеса, может быть, микро, макро. Посмотрю, как будут растения расти, то есть нарост растений, потому что от креветок питания для растений будет очень мало. Поэтому в креветочник удобрения надо добавлять. Единственное, микро надо аккуратнее, если там медь входит в микроудобрение, потому что креветки не любят повышенное содержание меди в воде. Вот такой аквариум, такой запуск креветочника. Запускал его быстро, там где-то в течение, наверное, получаса. Самое долгое это мхи привязывал. Пишите ваши вопросы в комментариях.
Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы уведомления о новых роликах приходили и о стримах, которые бывают на канале. Успехов вам в вашем хобби, в аквариумистике и во всем. Приходите на канал, смотрите ролики. Не прощаюсь.